Hold. Yeah. Okay. Раз, два, микрочек, чек, чек. Прислушайся, чин-чин, кэш. Yeah. Это фантом, я пришел за долгами, выбиваю двери ногой. Передо мной не стой, как столб. И отойди в сторону, музыка новая, я голоден, как волк. Если я ночь, не сплю, мне мозг, и будут всякие люди. Нет, больше отношений с вами не будет, никто из вас мне не нужен, ведь понять меня трудно. Нет, мы разные, просто как Сахара и Тундра, и все. У меня свой путь, а у вас ваш. Я все сделаю сам, я устал ждать. Все спасибо, вернее, ни за что. Что я для многих сделал, до многих не дошло. Хуй с ними, хуй с вами, я не пропаду. У меня хватает себя, я прокормлю. Кто со мной, за мной, остальные гудбай. Хуйня происходит в жизни, судьба. Пусть я не стану богатым, все равно это мои треки, мои фаны, все мои. Ты богатый, мы нагадим тебе в твой бассейн набили. Есть! Yes, yes. Ты улица, и те, кто не верит своим. Затолкай в очко свой имидж. Ты богатый, мы нагадим тебе в твой бассейн набили. Есть! Yes, yes. Ты улица, и те, кто не верит своим. Ну-ка шаг назад, ты к поединку не готов. Дистрибьютор КРА, я импортирую хардкор. Это моя монополия, канай отсюда. Это мое поле боя, моя аттитюда. Папин потайной рецепт, фирменное блюдо. В глазах огонь, на сердце ледяная вьюга. Ты остолбенел и замер от испуга. Угадай, куда меня теперь поцеловать, Иуда. Угадал, мне на твою команду пофиг. Никому из вас не по карману мой фиг. Фанам я необходим, как наркоману морфий. Таких МС, как я, называют профи. Я делал треки, вы катали вату. И теперь мой след для тебя фарватор. Одно и то же гетто от рассвета до заката. Тут не место академикам и адвокатам. С тобой резиновая дама спит. Я оболью тебя бензином и не дам остыть. Скажи, при чем тут рэп, я в бою за правду. И мне плевать, что обо мне подумают и скажут. Окей, Нагдар, давайте все сюда подойдите. Давайте все люди сами, давайте, пожалуйста. Привет, ребята! Я вот тут работаю, полы мою. Я вот заодно спиздил трусы от Louis Vuitton. Они, правда, женские, розовые, похуй. Пришлось их на себя одеть, жмут немного, пойдем, короче, все за мной барыжить. Это шок. Розовые стринги от Louis Vuitton. Ладно, пойдем дальше петь. Вот это чистая улица. Я и с дворником работаю, сам лично все убирал. Вон машина едет, я ее тоже помыл, мне за нее 5 баксов дали.
Вот еще магазинчик, но туда меня не пускают, потому что бомжей говорят, туда нельзя, нельзя бомжам. Там моя метла хранится, я ее сдаю. Тимати лох, вот в России, а здесь я лох, шок лох, вот я здесь вообще меня знаю. Кастет рифма, хуярит на пролом, на носке дырка от Луи Вьютон. А вот магазинчик Гуччи, но меня туда не пускают, говорят типа не, нельзя вот, таким долбоебом, как я, туда нельзя почему-то. Так что я пойду в это, Луи Виттон, меня там все знают уже. Пойду трусы сдавать Луи Виттон. Мне, думаю, за них пару баксов-то отвалят. Все, ну давайте, ребята. Я пошел вовнутрь. Вот, блять, ёбаный в рот. Выручил 2 бакса и уронил их, прикиньте, чё дела, вон они плывут, пиздец, чё ж делать-то, а? Ну как же так? Ну блин, ну хуй с ними, ну все. Прощайте, 2 бакса.